совсем сбил на вопрос, а там я вижу сало по рукам. Пошло. Кто куда передает? На самом деле не знаю, Серега сегодня передал, я сам не фанат сала, поэтому. А кому должен передать? Кто из фанатов ожидает? Не знаю, походу будем разбираться. Самый голодный первый зайдет и спросит сам. А, в таком плане. Да. Ты говоришь не фанат сала. Дома чем подкрепился? Там выпало буквально там 2-3 дня. Да, в принципе, ничего особенного, на самом деле. Домашней жизнью насладился за эти короткие? За эти два дня нет, конечно. Это два дня, это все на бегу, поделать последние какие-то дела и решить какие-то вопросы. То есть и два дня, скажем, практически без такого, ну, отдыха, да, но то есть такими делами тоже, да, надо иногда заниматься. И про тренировки тоже, конечно, не забывал. Тренер Юрай Санитра на эти 2-3 дня давал какие-то задания? Что вы делали? Главное задание было, как он сказал, не заболеть. Не заболеть и приехать полностью здоровым и готовым гонкам. Вы с ним пересекаетесь, я ему звонил, он, по-моему, там через Вену как-то добирается. Ну, я на самом деле не знаю даже, где. У вас место встречи уже столько? Скорее всего, да. Сереж, если говорить вот по результатам сбора и вообще подготовки к сезону в целом, вот если сравнишь свое функциональное и физиологическое, и психологическое состояние перед Остерсундом в прошлом году и в этом году, в чем разница? На самом деле даже разницы год от года нет, ну то есть да, в состоянии, в каком-то там прогресс есть, да, как ты себя чувствуешь, но все равно это всегда такая себе загадка, когда едешь на первый старт и просто на самом деле не знаешь даже, чего от себя ожидать, и надеешься только на лучшее. Ты о своей бронзе спринтерской на чемпионате уже забыл, где-то там медальку запрятал, сложил? Я ее забыл уже на следующий день уже на пасюте, поэтому... То есть это уже было, прошло, это хорошо, это, конечно, отличное достижение, но надо идти дальше, есть куда стремиться, есть куда еще развиваться. У нас вчера в гостях был Саша Ширман. Сейчас он записывал интервью, я его пытался расколоть на какую-то информацию по составу, там, да, там, на эстафету, там, на одиночную смешанную. Это, так и ничего не выведал. Так это бесполезно, это никто не знает. Я думаю, даже тренера еще не до конца уверены, потому что, ну, результаты контрольные, всех контрольных публиковали, все видели. То есть, чемпион, Киля чемпион. Ну, это по последней, да. А до этого он был последний на контрольной. То есть, ну, у нас очень сейчас большая конкуренция внутри команды. То есть, и я думаю, это задача будет... Я считал, наоборот, что и не хватает. Нет, вот именно конкуренция вот у нас между собой очень большая и... Здоровая? Да, ну конечно, то есть без этого, без запрещенных приемов, без подсечек. В польской команде кто-то там кому-то ружье портачил, где-то я как-то прочитал. Не, у нас все, у нас дружная команда, и, то есть, и конкурируем, и учимся друг у дружки одновременно. Скажи, пожалуйста, вот да, если я вспомнил за контрольные тренировки, если отталкиваться от их результатов, у тебя, по-моему, было на последние там два маха? Три. Или даже три. Да, вот. Опять-таки, можно сказать, что в стрелковой, скажем так, ну, грубо говоря, стрелковой формы еще нет, и она там от старта до старта будет появляться. Ну, я бы не сказал, что стрелковой формы нет, то есть там на той контрольной не было какого-то такого провала, да, то есть я сделал один рубеж на ноль и три по одному, это, ну, это не провал, это неплохо, но, понятно, есть над чем работать, и, собственно, этим мы занимаемся, но это не какие-то проблемы, это все это решаемо. В Остерсунде этап начинается с... Ну, не начинается, а будет в Остерсунде любимый гонок индивидуально или уже нелюбимая? Да почему нелюбимая? Нет. Я все, в принципе, гонки люблю одинаково. Просто, скажем, индивидуально лучше получается. Я увереннее себя чувствую именно ходом на ней. И стрельба, так скажем, более спокойная такая, да. Атмосфера гонки, да, то есть... Ты работаешь в своем темпе, четко, уверенно. И, в принципе, она у меня просто получается. Ты за новостями биатлонами следил, там, кто пропускает сезон, там, составы, там, или стараюсь не забивать себя этим? Да, особо нет, особо не слежу. Ну, так, то есть, только то, что обсуждаем, допустим, в
между собой в команде. Хорошо, спасибо.